разбирать с менеджером или с ресепшеном, или кто отвечает за поселение, или за вид гостей, кто это делает у вас здесь, в этом отеле. А что у вас случилось? Проблема в том, что в моем номере происходят очень странные вещи, начиная от моего поселения и заканчивая того, что по моему номеру ходят собаки, которые попортили мои вещи. Знаете, у нас нельзя собак в номер, абсолютно запрещено. Но это не моя собака. Тем более чужих собак. У нас вообще запрещено животных. Да я не вожу чужих собак в номер. Они сами ко мне пришли. Сама пришла. Одну секундочку, сейчас я вас переключу. Алло, здравствуйте, я вас слушаю. Это Киркоров. Очень приятно, мы так рады, что вы поселились именно в нашем отеле. Мы смотрим вас по телевизору, просто всем персоналом. Спасибо, с момента поселения моего в ваш отель у меня происходят в номере странные вещи. Вначале я заезжаю в номер, он не готов к моему поселению. Потом каким-то странным образом он стал готов к моему поселению. После этого в моем номере появляются странные люди, которые приносят мне мой багаж. И в завершение всего, пока я нахожусь в душе, в мой номер попадает огромная собака, которая съела мои вещи. Простите, но собака у нас нельзя. Да это не моя собака! У нас нет собак. Это не может быть, по камерам смотрят, у нас нигде собак. Вы что, издеваетесь, а? Я вас переключаю, подождите, пожалуйста.